Tchau. Kamisaraki. Confusion never stops. Closing walls and ticking clocks. Gonna come back and take you home. I could not stop that you now know. Singing. Come out upon my seas. Cursed missed opportunities. Здесь, на Урос, находится примерно 130 плавающих островов. Именно на этом острове, который вы видите, Апукантики, и который окружен кустами, живет 6 семей из 25 человек. Тут есть так называемые отели, начальные школы, госпиталь, а еще есть церковь адвентистов седьмого дня. Толщина фундамента островов может быть от 2,5 до 4 метров, в зависимости от возраста острова. Долговечность островов может достигать 50 лет. А вот посмотрите, какая уникальная рыба есть в Титикаке. Карачи, маури и ишпи. Также есть аргентинская пихерей и форель, но эти два вида рыбы появились в 1940-х годах, не оригинальные. А как построили эти острова? Ну тут все просто. Острова строятся из блоков корней таких вот растений, которые называются татора. Во время дождей эти корни всплывают на поверхность воды. Люди на своих лодках плывут за 3-4, а иногда даже за 10-15 километров от своих домов в места, которые называются таторалес, чтобы собрать эти... Так как в сухой сезон корни уходят обратно на дно. Пересборка таких корней, мы пьем алкоголь, закладываем коку за губу, для того, чтобы нам не было холодно. Это у нас такое хобби, оно помогает нам как-то отвлечься от проблем. Очень часто в таких путешествиях мужчина находил себе женщину. Если уплывал один человек, то могли приплыть двое, причем у одной мог быть третий в животе. Ну а режем мы эти корни вот этой штукой и тоже пьем много пива, инкоколы, для того, чтобы появилась сила. Каждая семья привозит по 4-5-6 блоков. Они разного размера. Их связывают, блоки, не семьи, присоединяют нейлоновыми лесками к острову и оставляют нетронутыми на 5-6 месяцев, после чего блоки срастаются и потом каждую неделю подлаживают слой вот этого вот сена, таторы. И примерно через 4-5 лет подлаживают каждые 2-3 недели. Когда проходит 5 лет, то уже подлаживают каждый месяц. Даже есть кладбище и туалет. Правда, не знаю, куда все это выходит из туалета. Если вы знаете, то напишите. Ну а потом на этой земле мы прыгаем, танцуем, играем в футбол, волейбол. Ну не в баскетбол, потому что мячик от земли не отскакивает. К острову мы привязываем якоря. Если бы якорей не было, мы бы проснулись где-нибудь далеко-далеко. В какой-нибудь Боливии. Если у вас дома машины и велосипеды, то у нас здесь лодки. Сначала они делались из вот этого вот соломы таторы, потом из дерева, а сейчас из стекловолокна. А сейчас я вам покажу фокус с таким вот кувшинчиком.
вот лодка тянет вот эту соломленную лодку. И его сынишка помогает, бегает вон.